перезагрузить, перезапустить Северодонецкий АЗОТ и запретить ввоз российских минудобрений в Украину, требует народный депутат Сергей Каплин. С таким заявлением он обратился к президенту и главе правительства. По словам нардепа, в результате действий экс-премьера Яценюка и его команды завод-гигант искусственно обанкротили и оставили без газа. Кроме того, предприятию отключили электроэнергию, что грозит Луганскому региону экологической катастрофой. В резервуарах химгиганта находятся сотни тонн аммиака. Накопились миллионные долги по зарплате. Как заявил Каплин, уже удалось добиться погашения четвертой части этого долга. Схожие проблемы и у других украинских химзаводов. Я еду на предприятие в Черкасы и Ровно, объединять все три трудовых коллектива и делать необходимые жесткие шаги для спасения химической отрасли. Сегодня это огромная армия, это порядка 20 тысяч человек, которые готовы приезжать в Киев под Кабмин, под Верховный Совет, как профсоюз прежде всего, и добиваться внимания к химической отрасли и к этим предприятиям.